Село Суркова Шебекинского района снова обрело храм. В годы воинствующего атеизма церковь, которая носила имя святых великомучеников Фрола и Лавра, была разрушена. До ближайшего храма жителям приходилось идти на службу в соседнее село. Теперь ситуация должна измениться. Сегодня в Шебекинском районе осветили купола нового храма. Его возводят в честь преподобного Макария, митрополита Киевского, небесного покровителя нашего знаменитого земляка, уроженца села Суркова, митрополита Макария Булгакова. Строительство началось в сентябре прошлого года. На сегодняшний день уже произведена сборка сруба храма из карельской сосны. Закончены работы по монтажу кровли. Сейчас мы видим реальный результат созидательных усилий многих и многих людей, в первую очередь руководства области, руководства района и, конечно же, митрополии, и, конечно же, всех людей, живущих здесь и молящихся, и ждущих вот этого видимого созидания, которое будет в виде храма. Храм станет центром целого культурного комплекса с парком и скульптурой святителя митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова. Первых прихожан храм примет осенью этого года.